твоей жирной жопе хлестануть бы разок, а? Летел, пердел, кувыркался, блин. Так, что ты мне привез? Херню ты мне опять какую-то привез, честное слово. Так, ты. Красота. Давайте этого возьмем. Давай. Отмакай. Итак, камни. Надо 4 кусочка. Ну что ж, 24, так 24. Почему бы и нет, в конце концов. Кстати, стамеска. О, минуточку, а стамеска? А для нее там места нету, да? Ну, я имею в виду, в экипировке для нее места нет. Ну, ладно, что ж теперь. Стамеска. Стальная. Мне нужны железные. Вот так. Так, есть что поточить? Ох, лопата. Нифига себе. По барабану. Спать. Хм, Сэв, что подумал? А если я огородника зомби сделаю? У меня там, как это, филиал овощи против, как это, растения против зомбаков не появится? Они там воевать не начнут? А то я помню, как в этой игрушке растения зомбакам давали пропердеться по полной программе. Так, полированный камень. Ага. В принципе, есть полировочная паста. Почему-то не изучена. А почему она не изучена? Не, ребят, так не пойдет. Где она? Стоп. Давайте-ка вообще посмотрим. Есть что-то не изучено еще. О. Не изучено. Тут все должно быть изучено. Здесь. Вот, пожалуйста. А ну-ка пойдем. Ай, застрял. А ну-ка пошли, изучим это все. Разбежался, блин. Изучать он все будет. Ну ладно уж, раз поперся. Это опять уже все утащил. Блин, а? Так. И... 49. Так, все, короче, это последнее. Больше не надо. Пойдет. Бунтик. Ну ладно, черт с ним, пусть будет. В конце концов, когда они у меня еще эти клини будут? Так, просто интересно. А, о как, ничего себе. И пасту можно... Ну, а подороже будет стоить. Так, а ты у нас, приятель? 5. Ну да. Ну, золото. А что ты хотел? Тень хухары-мухары. Я вот думаю, что лучше использовать полировочную пасту или стамеску. С пастой-то удобнее, честно говоря. Там можно сразу несколько штук запустить. Так, золото на родину. Клини с собой. А, так, что еще? Нет, стоп. Ты сюда. А куда? Сюда, что ли? Сюда. Паста полировочная сюда. Так, паста, паста, паста. Паста. В принципе, а чё? Винный пресс. Масло. А масло с чего у нас делается? Напомните-ка мне. Ой. Масло. Из жира. Короче, делаем. Так, вот он идет. А, да, вот он мне сваливает руду. Класс. Так, мне нужны глиняные эти. А глина у нас уже кончилась. Эх, нет жизни счастья.
Глина, глина, глина. Одна, две, три. А, вот так даже. Ну, давай, сколько? Штук 30 сделаем. Лишней не будет. Так прикольно. Лопатой. Смотри. Анимация, как будто он лопатой запускает это. Как в этом, бейсболе или как там называется. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Ну, видимо, я так синими шариками у звездочета и буду затариваться, потому что что-то не могу я найти место, откуда их вываливается большое-большое количество. Десяточку, да? Да, давайте. 10 хватит. Ну, точнее, там 30 получается миска. Вообще-то реально по поводу жертвы можно заморачиваться, я хочу сказать, по поводу этих посадок. Вон ящики с инструментами, отправляй и все. Ничего, в конце концов. Так. Готово. Ба-бам-бам-бам. Так, нам нужно масло. А нет, стоп. Масло у нас есть. Десяточку, да? Да, давайте. По одной, да? Блин, мало. Ну ладно, что ж теперь. Селяви. Бухаем. Есть камушки полированные. По максимуму. О, а вот, кстати, и... А, об этом я забыл, что камней полированных. Блин, чуть-чуть не хватит, да? Обидно. Бухать. Плюс 90. Блин, надо будет посмотреть как-нибудь, сколько дает это золото. А, плюс 100, скорее всего, да? Че, серьезно? Обалдеть! Да ты че, получилось? Какая прелесть. Все равно на лучшего друга накопил. Класс. Так, а нафига мне эти полировочные камни, кто-нибудь помнит? И я не помню. Так, перк-ювелир. Ой, ювелир, говорю, лучший друг, который как-то влияет на создание книжки. Что, давайте попробуем. Рискнем, так сказать. Ай! Ах ты ж, елки-палки. Кошка, кошка. Кусачий капканчик, блин. Так, ну что, пошли, пойдем на дело. Как там? А, пора на работу. Если кто не помнит, это в операции была такая, был такой старый фильм, операция И, другие приключения Шурика. Ну, мало ли, как-то я понимаю, что сейчас глупость сморозил, но вдруг кто-то реально его не помнит. Вот там бандиты, так сказать, собирались на работу. Пора. Так, ну чё, книга. А зачем мне... Ага, это есть. А, всё 100%. Класс. Шикарно. То есть этот перк, он даёт... Вах. То есть, в принципе, книжки создавать крайне выгодно, да? И комбо-молитва. Так, стоять. Да ты. Тише. Все нормально. Я спокоен. Это пожертвование у них. Защитная. Тише.
Да ну хорош, блин, а. Растрещался. Каяние, возмездие, процветание. Прожжение, молитва о совершенстве. Молитва о совершенстве. Что это такое? Вот ищи ее теперь. Молитва веры. Больше с прихожан. Ну вот это комбо-молитва. Потому что проповеди, дополнительные пожертвования и это. Где у нас тут еще молитвы? Корнях. Молитва о совершенстве. Иди. А, вот что, понятно. О, кстати, дуем на маяк. Ибо пренебрегать этим товарищем нельзя. Ну вот я же ее сделал, но почему я не могу ее купить, блин? Что за бред? Я этого не понимаю, честно. Что ты? Я ее уже сделал. Так, что у нас? 90. Это хорошо. Так, к этому товарищу, который у нас пьем занимается, заходить смысла больше нет. Там, правда, мельница какая-то сломная, нужны какие-то, какая-то бумажка нужна. Ну, видимо, надо выполнять задание. А там где-нибудь вылезет. Наверное. Я не знаю. Наверное. Так, что тут у нас? На торговле творится. Все заставлено. Ну да. А, нет, тут серебро. Ну, вот коробки с товарами, смотрите, золотые 11, эти 10. То есть, раз, два, три, четыре. Так, 3, 5, 10. Это будет золотой. Нормально, что? Более чем, по-моему. Сейчас надо тогда еще коробок с товаром. Так, а здесь сколько? Раз, два, три, так, 4. А, 5, 3, 8. Даже что здесь 12. То есть спокойно на 12 коробок можно клепать. Да? Да. Спокойно можно клепать на 12 коробок. В принципе, металл у меня есть. У меня же есть металл. Металл у нас есть. Ой. Это мне показалось или сейчас что-то реально крутанулось? Показалось. Металл нам таскают. Это замечательно. Так. Все, весь ушел, да? Теперь мы его загоняем вот сюда. Сколько там надо? 360, да? Подождите. Есть. Процесс пошел. Так, дальше. Дальше, дальше. Что я хотел? Что я хотел? А, да, 12. В церкви 12. Что для этого нужно? Нужна вера. Вера пока нет. Страшно прозвучало, да? Веры нет. Так. Керамическая урна с прахом. Хорошо. Керамическая урна с прахом. Вот. На кухонном столе. Ладно. С прахом, да? Ну-ка, иди сюда, приятель.
По-моему, ты мне скоро понадобишься. Да, по-моему, вы мне, ребят, все сейчас понадобитесь. А ну-ка, пошли. Нахрен нас всех сейчас. Тихонечку надо будет сжигать. Зомби. Вот вы знаете, здесь бы очень зашло зомби-поджигальщик. Чтобы он просто ходил и трупы вытаскивал из морга. Так, у нас есть? Собственно, есть. Берем. Окей. Дальше. Урна с прахом, урна с прахом. Опять. А праха-то нужно, пардон, до хренища, да? Допустим. Я просто хочу увидеть, как она выглядит вообще, этот каменный колумбарий. Как он вообще выглядит? Потому что мне же нужно улучшать, в конце концов, эту местность. 12? 12. Вот так вот. Хм. Хм. А где же он? Так, нет, давайте сначала тут осмотрим все. Так. А, вот он, пепел. Окей, забираем. Пошли. Ну, знаете, да, зомби-сжигатель. Зомби-крематорий нужен очень сильно в такой ситуации. Чтобы хотя бы, знаете, зомби-грузчик ходил, просто тела перетаскивал. Так, 12, да? У меня есть сколько? 4. То есть еще 8, да? Посмотрим, что это за колумбарий такой. Блин, что-то такое объемное, судя по всему. Опять же, синие шарики. Штука полезная. Так. Та-да-та-та-там. Это уже испорченный. Подгнивает паразита. А просто идешь мимо. Цепанул труп. Тащил его сюда сразу. Да, вот так вот. Пепел штука нужная. Каменный колумбарий. Давай. О, нихуху себе. Здоровенная штука-то какая. Да еще и пипец какая неудобная. Сюда он. Хрен-то там, да? Давайте вот сюда его поставим, на вход. Хм. Что значит минус 6? Вот так. 12. 85. А надо сколько? Где ты тут? Эй, церковник. 200. Да. Так, ну-ка иди сюда. Так, этого надо вытаскивать нафиг. Бесполезный кусок говна. Торговля. Здравствуйте. Так.
Последний раз. Ой. А это откуда? Ты глину, что ли, пока копал? Надыбал. Ну ладно. Бывает. Ну что, всем здрасте. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Ну, я за компанию. Давайте. О, великая оскорбинка, пролей на нас. Пролейся на нас золотым светом. Да ладно, хоть не золотым дождем. Да-да-да. Это всем нравится. Блин, а какие же они довольны будут, когда я им золотую молитву сделаю. Вот это прям вообще. Так. Ну что, пошли? Сварганим золотую молитву. Стамески, нафига их набрал, блин, дуралей. Так, нет, опять не туда. Вот сюда. Комбо-молитва. Ать-ать. Есть! Есть! А, то есть она прям вот так вот даже, да? Безо всяких заторможенностей. Так. А тут 150. Вера 3. Ага. 60. Так. Тебе мы сейчас священнику загоним. Сколько у меня тут? Блин, у меня только 33. Ай-яй. А, у него сердечко помолить. Так, тихо. Моя несогласный. Это как так? Надо 60, блин. Так. Деревянная. Так, что тут нужны? Чаша для благовония. Всего один. Витражное окно. Так, стекло, железки, золотая ювелирка. Так. Ага, спасибо. Так, а сколько у меня веры осталось? 6. К сожалению, только 6. Кувшин сюда. Это сюда. Это все, видимо, сюда. Так. Драгоценности нужны, да? Стальные части. Куда ж без вас, ядрен батон? Так, 12, да? 12. Сколько нужно? Давайте отправим эти кувшины, они все равно на данный момент нам нафиг не сдались. Кувшины улетели. 11. 7, да? 7 сложных деталей. 7 сложных. То есть 77, да?
Погнали. Сейчас нафигачим по самой неболусе. Сложные железные детали. Да уж. Какие-то слишком сложные. Бутых. Я еще к ведьме не ходил, кстати, после этого появления зомбаков. Еще неизвестно, что она мне скажет. Может, скажет, фу-фу-фу, некромант ты проклятый. Сжечь тебя надо. Тебя сам тут кого хочешь. Всех подряд сжигаю. Ну, вот с точки зрения, так сказать, потери времени, здесь попроще с железками. Бухаем. То есть не надо бегать, сортировать там это все. Ну, я имею в виду про ферму. Ну ты чё, блин, чувак? Значит, сейчас не получится, да? Придется поспать. Меня обуяла жадность. Там нужно больше золота. Что это такое? А, это запчасти? Это запчасти. Полные карманы. Стали, металла и так далее. Пошел спать. Представляю эту картину. Если это все снаружи навесит, получится тяжелый средневековый рыцарь. Или современный. Да, в принципе, я думаю, тут и до робокопа можно дотянуть, и до железного человека. Здравствуй, зомбозяка. Продолжаем. Во тьме ночной. Ковать. Ковать, 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 ковать. И смотрите, он мне уже натащил. То есть я совсем недавно, получается, вот это железо все слил. Он мне уже почти его полностью... Да, с камнями надо то же самое придумать. Вот только где мрамор хранится, я, например, не знаю. Может, где камни, ну, блин, как-то... Давайте мы металл уложим вот сюда. Так. Гвозди, доски. Давайте-ка. А гвозди, кстати, это... Обратите внимание. И энергию быстрее жрут, жгут и куются тоже быстрее. Доски. Досок много не бывает. В принципе, они всегда нужны. Кстати, сейчас они будут нужны. Так что все нормально. Церковь будем украшать. А что ж теперь делать-то? 60 не надо. Хе. Бухаем. Вино кончается. 20 бутылок. Ну это о чем? Это вообще ни о чем. 20 бутылок не надо. О чем вы? Это так. Это так. Фигня. По максимуму. 14 коробок с товарами. В какой момент она, интересно, отставать начинает? Да, вот уже тут отстает анимация чуть-чуть. Ладно, не будем насиловать игру. Как говорится, чем-то надо чуть-чуть притормозить, ничего страшного не случится. Бухаем. Все хорошо. А вот интересно, а если будет перебор внизу? Коробка просто здесь, что ли, остановится? Или как? Как это вообще? Блин, уже спать хочет. Смогу, не смогу. Все вниз отправить. Хочется уж сразу. Зомбаку это все еще уносить надо. Блин, с обедом надо уже разобраться. Блин, хочется из церкви, из обеда. Блин, капец, все хочется. Все как обычно. Как обычно в этой игре.
Ну хорош, один из ящика остался, чушь. Все, да? Ладно, пошли подрыхнем. Благо недолго. Я вот не посмотрел, что там на это окошко нужно. Стекло. Стекло точно нужно. Стекло-то я и не взял. Стекло. Стекло. Давайте тесетку пока возьмем, там посмотрим. Я уж не уверен, что это окно вообще удастся куда-то пристроить. Это уже, по-моему, была какая-то ситуация, что я хотел что-то сделать в церкви. А в итоге не получилось, потому что нужен был второй уровень церкви. На кладбище все лучше. Так. 60. Блин, а хотел до 50 поднять. А то... Блин, да ты издеваешься, а? Сложные железные детали. И тут в ящике ничего не лежит. Там нужно было 5 штук. Так, у меня вообще что с собой? Так, простые, сложные. Блин, сейчас надо все это наковать. Здоровки. Поехали, чё. И сложных надо будет. Даже не знаю, сколько. Так. И сложные теперь, да? Вот десяточку давайте пока. Тут тоже, блин. Сколько можно-то ковать? Я понимаю, что есть люди-кузнецы, они не могут никуя. Ну, блин, я-то не кузнец, я хранитель кладбища. Ну, как хранитель? Давно я там не был, честно говоря. Хранитель кладбища, блин, точно. Хранитель. Все трупаки на работу отправляю. Кстати, за человек помер уже, думает, елки-палки, хоть в могиле отосплюсь. Иди нахрен, блин. Иди работай. Это жестоко. Так, нет, ладно, давайте попробуем сначала одно окошко сделать. Посмотрим, что из этого получится. И получится ли вообще что-то из этого. Ведь вполне вероятно, что сейчас вильнет игрушка своей попой перед носом, скажет, а не, нифига. Спасибо. Итак. Эй! В смысле? Подождите. Стоять! Как это не сделал? Я ж делал. Так, то ли лыжи не едут, то ли я с ума сошел. Я что, получается, мимо ювелирного стола пробежал и... О, вон даже как. Кстати, здесь нового ничего не появилось, интересно, вроде. Ну да, это до этого еще не добрался.